Всем привет, с вами канал Дима Легофан. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот наборчик от Lego Creator. Номер набора 31020. В нем 216 деталей. Называется набор по-русски «Приключения на конвертоплане». С виду наборчик очень такой даже интересный. Новый тип вертолета-самолета здесь изображен. Мы потом рассмотрим поподробнее. Вначале давайте посмотрим на коробочку. На лицевой стороне у нас изображен сам себе конвертоплан. А снизу две модели, которые можно еще собрать с него. Сбоку особо ничего нету. В верхней части изображен перечень всех деталей, которые находятся внутри. Ну и сзади более крупно изображено варианты остальные модели. Также здесь изображено функции конвертоплана. То есть что у него может открываться люк сзади и крутиться вентиляторы. Не вентиляторы, а подниматься и спускаться пропеллеры. Давайте коробочку вскроем. Так, и здесь у нас детальки такие хорошенькие. Детальки поменьше. Еще одна упаковочка с деталями. В комплекте у нас три инструкции. Инструкция на сам конвертоплан, инструкция на биплан, инструкция на вертолет. Собирать я буду только конвертоплан. Ну, потом посмотрим, может быть, еще когда-нибудь что-нибудь соберу. Ну, давайте его соберем. Вот такой вот получился у нас конвертоплан. Ну, в принципе, сколько деталей, такого и размера. То есть он не очень-то и большой. Ну, в принципе, зато интересно, есть функции. Вообще, мне нравится набор Lego Creator. Достаточно необычные неординарные модели, тем более, что можно их делать три разных вида. Но давайте-ка остановимся на нем подробнее. Что мы тут имеем? Здесь мы имеем винты, которые вращаются. Здесь мы имеем поворот этих же самых винтов, пропеллеров, как называют. Тут такая. Когда находится конвертоплан на земле, для его взлета он использует вот такой вот режим. То есть винты повернуты вверх. Когда он начинает набирать необходимую высоту, он поворачивает свои лопасти вперед и тем самым летит вперед. Когда на земле стоит, конечно, он не сможет крутить лопастями, так как они упираются в землю. Только если поле перепахать, например. Сзади у нас есть люк. Можно что-нибудь загрузить. Вот. Дизайн, конечно, интересный у этого устройства. Первые такие конвертопланы были в каком-то боевике показаны, не помню. Опять-таки, много очень интересных таких деталей. Синие вот эти детали. Относительно редкие. Ну, в принципе, прикольный такой набор. В общем, на этом я хотел бы закончить этот обзор. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ну, как обычно, делайте, что хотите. На этом прощаюсь с вами. Всем спасибо. Всем пока.